премьера музыкальной комедии под названием «Евгенич» состоялась в декабре 2021 года на канале «Пятница». Главную роль в сериале исполнил Сергей Жуков, известный всем как солист группы «Руки вверх». Сериал получился легким, смешным. В нем звучат песни 90-х, вызывая у многих зрителей ностальгию. В картине можно увидеть таких звезд, как Ольга Бузова, Дани Милохин, Лолита, Дима Билан и других. В феврале 2022 года стало известно, что создатели приняли решение о продлении проекта на новый сезон. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Евгенич» запланирована на вторую половину 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.